Есть повод. Есть повод вспомнить о том, что сегодня в 21:45 первый матч Ростова в Лиге Чемпионов. Играем в Мюнхене против страшнейшей Баварии. Непобедимой. 3-0 прогнозы, 5-0, 84-1. Такие счета вы присылаете нам в ВКонтакте, в Вайбер, в WhatsApp. А мы звоним в Мюнхен, в отель, где живет Ростов. Азмуна. Hello. Yes, hello. Can I speak? Can I speak with Mr. Serdar Azmoun, please? What's your last name, ma'am? Azmoun. A-Z-U-M-U-N. Yeah, could you spell it again, please? You talk or the lady is talking? Okay. Sorry. I'm sorry. Давай по буквам скажи. Serdar Azmoun. Last name. Asmund is his last name? Yes. His family name? Yes. Yes. How do you have a name? Такая, пошли. Звоним Serdar Azmoun, да. Там просто я говорю, пошли. Попробуем сейчас с игроком. Можно тут говорить только с леди, говорить. Spell it to me, please. Could you spell me the family name, please, kindly? A. Z. Yes, A. Z. A and the second letter was? Z. Zorro. Z? Okay. Mm-hmm. M. You. Like M. You. А нельзя было просто Кириченко? Окей, thank you. Соединяет. Она нашла соединяет. И скажи, Serdar, забей сегодня 3. Говори с ним на иранском. Вот песня, которая посвящена Serdar Azmoun. Serdar очень так, а Serdar у нас не говорит, да, естественно? Нет. На перси он говорит. Hello. Hello. Serdar? No. What is your name? Said. Said, my name is Emma, and I know that you have a football game today with Bayer. Yeah. Three, скажи. Мы все болеем, хотим от вас. Are you ready for this game? Yeah. All Russia with you, and wish you good luck, and we want that you can make a goal or today, like a 3 or 4. Thank you so much. And what do you think? Which score will you have today? I think if we can make goal today. Our team now will be ready, the old players. So I hope we can make the win today. Команда готова, да. Мы очень настраиваемся на эту игру, и все футболисты... Удачи, все футболисты. Okay, thank you so much. Good luck. Thank you very much. Впервые в истории Sport FM. Дайте аплодисменты, дайте Эмми. Эмма, молодец, да. И бабу, мы в день матча Ростов, Бавария, поговорили с игроком Ростова. Вечером, эксклюзивно, да. Эксклюзивное интервью. Вечером уже ребята играют, а мы дозваниваемся и общаемся. И самое страшное, что было бы вот с этой женщиной, если бы мы по буквам читали фамилию Эзоталахи, да. Она Азмун это еле-еле там. Азмун спит. Мне понравилось начало интервью. Нет, а теперь мы знаем, что смотрите, два иранца живут в одном номере. Странная сенсация! Два иранца в одном номере. Что делать вообще? Не, что он сказал-то? Я надеюсь, что там. Он сказал, что да, как бы у нас мы все готовы, вся команда как бы настраивается, ждет этого матча и постараемся провести себя хорошо. Слушай, что Саид Эзоталахи, полузащитник Ростова, который сегодня в Мюнхене вместе с Азмуном в одном номере готовится к матчу. Парни, позвони. Еще раз, молодец, Эмма волновалась, перешла снова на эти вопросы. Do you think about Russia? Слушай, футбол? А что если вот сейчас сделать топ и прям берды его в номер? Ну если они что? В номерах сидят. Он тебя проклянет вообще. Я потом... Проклянет тебя навсегда, на всю жизнь. Как да бы. И мечетками. Он прям сейчас прям у тебя бусы из одного места прям бусы. Посыпется. Да, сразу. Ладно, не будем. Давайте не будем уже, да. Да, уже сделали хорошо, поэтому нет. Молодцы, да. Итак, сегодня в Мюнхене Ростов играет с Баварией. Мы пообщались еще в прямом эфире с Саидом Эзоталахи без подготовки. Ну вот еще раз Эмме за это огромное спасибо.